прямом эфире новости 24. Продолжаем выпуск. Машиниста-наркомана выявили на Красноярской железной дороге. У него обнаружено более 4 граммов гашиша. Мужчина сознался, что употребляет наркотики на протяжении 4 последних лет. И в этот раз он направлялся к кабине тепловоза, также находясь под действием наркотика. Сотрудники транспортной полиции недоумевают, каким образом он все эти годы проходил ежедневный медосмотр. И самое главное, как в таком состоянии управлял тепловозом, средством повышенной опасности. Возбуждено уголовное дело. О других новостях в двух словах далее.